ждешь. Мой флаг. Все, забей на него. Так, ладно, ну вот теперь мне придется реально попотеть. Очень попотеть придется. Потому что сейчас мне придется спускаться. Наверное, я буду или у него отбирать. Блин, он уже бегит там. Как он может так быстро? Почему такой... Ах ты, сука такая. А, хватай его, хватай, урода, хватай, урода. Блять, дебил. Это пиздец какой-то. Какого фига он внизу был? Так, ладно. Наверное, скорее всего, его нужно ждать и спрыгивать на него, чтобы забрать флаг. Это самый такой вариант. Ну, сейчас я его уже не догоню. Он уже вообще упетлял куда-то далеко-далеко. За гора, за леса. Кстати, а где он? А, наверх полез. Скотина маленькая. Маленькая вшивая скотина. Ну все, соперник выиграл этот раунд. Ладно, у меня есть еще две попытки проиграть. Блять, что ты делаешь, отцу? Не тупи. Так, я лучше буду его сейчас ждать. Скорее всего, это самый лучший вариант. Блять, здоровья мало. Очень мало. Ладно. А куда он побежал? Сука, ты не туда, ты не сюда побежал. Ах ты урод, стой, маленькая мразь. Ах ты маленькая мразь, стой, я его видел, он туда проскочил. Скотина маленькая, стой. Ты меня облапошил. Ах ты гад, а? Ах ты гад, ну ладно. Не, ну все-таки надо было лучше забраться не по лестнице, а по-другому. О, он застрял чуть-чуть. Да стой, стой, скотина ты тупая. Тупая скотина, мне тебя легче застрелить. Сука, я тебя убью сейчас. Тварь такая. Последняя попытка идиотская. Ладно, я понял, что мне нужно прибыть на это место и ждать его в одной точке там. Только как мне слезть туда? Как быстро слезть? Никак, нереально. Вот флаг у соперника и все, и он мне побежал. Ты, блядь, прыгай, сука, умирай, и все, и закончится на это. Потому что, блядь, ну как реально тут проходить? Пиздец просто. А, теперь он побежал этим путем, сука ты хитрая. Хитрожопая скотина. Если я тебя обгоню, ну же, это, давай, беги, он как-то чахленько. Чахленько бегить. Давай, хватай его. Хватай, суку. Есть. Есть, я его схватил, забрал флаг, он лежит пока что. Да, у меня есть немножечко форы. Так, я вот сейчас попробую вот сюда забежать, потом сюда залезть. Блядь, эта маленькая сука за мной бегит. А, отстань от меня. Иди нафиг. Ты вообще не должен лазить так круто, как я. Тебе вообще это не дано. Так. Фух. Я думал, я буду переигрывать. Отлично, я выиграл. Я выиграл с одним квадратиком здоровья. Так, все, хватит с меня этого испытания. Хорошо, что бага больше нету, как я говорил ранее. Потому что в начальных версиях игры был такой баг, что этот уровень... нельзя было пройти. Фух, боже, какое облегчение. Я... Вот, победитель! Ты защитил свой флаг и захватил вражеский. Это было настолько ты круто. Ты доказал, что тебе нет равных в бою. О, и да. Еще на шаг приблизился к победе. Так, эти упыри что-то начинают меня напрягать. Че им надо? Так, захват флага я сделал. Мне бы сейчас пойти... Слушай, ты урод. Ты знаешь, что мне надоел? Уже третий раз за сегодня ты мне надоел. Я, конечно, наверное, не... А что я сделал? А что ты сделал? Вас? Да, да, да. Сейчас... Вон. О, видишь? Сейчас ты пойдешь и... Моя песня так ужасна? Да, блин, пипец просто. О, мужики дерутся. Чё за нафиг? Но я же прославляю вас, сеньор! Да пошел в жопу, прославляющий, хрена. Выйди, скупнись. Кстати, он умер. Да... А, тут мужики, у мужиков бой. Ох, как он его, а. Ладно. Я бы тоже не против отбоя. О, доктор как раз рядом. Отлично. Доктор. Доктор, я к вам. Здравствуйте. Мне подлечиться, пожалуйста, надо. Да, спасибо. И лекарство еще хотел купить у вас. Да все 5 пузырьков. Это и так мало. И нам будет потом еще сумки мне докупить. Дайте мне еще яду. Яду дайте. Я сделал все, что мог. Ого. Вот теперь у меня здоровья много. Много. Так, поговорим тогда. Добро пожаловать, бойцы. Игра проста. Правило в ней одно. Никакого оружия. С
сражение закончится, пока не останется только один. Кто это будет? Ты? Или ты? Или ты? Кому достанется золотая маска? Ну, конечно же, мне. Ну, что тут уже думать? Обманом добра не нажи... Ну да, добра. Ага, ну победим всех соперников. Что там сейчас дальше будет? Ой. А, мужик, привет. Давай подеремся. Раз ты такой крутой, я тебя сейчас уложу. Спать. Так, вот остальной. Остальной этот идиот еще. Давай, мужик. С остальной головой. Ух ты, а этот крепкий попался. Ты смотри какой. Давай. Мазафак, мазафак, мазафак. Оп. А, блин, промазал. Ну ты вообще не хотел даже по мне попасть. Блин, да что ты за идиот какой-то? Тебя сейчас сам наваляют, не понял? Наваляю, говорю. Говорю, наваляю, значит наваляю. Ух! Нифига себе он его. Ого, здоровило. Скоро у тебя будет. У него что, кастеты? А, не, у него перчатки такие. Да пошел ты, даже меня не зацепишь, понял? Идиот. Давай. Давай, мазфак. А я здесь. И там. И тут. И здесь. И там. И тут. Давай, короче, Эцио нокаутирую. Да, да. Ищи, ищи. Все хорошо, хорошо вообще пошло все. Давай, Эцио. Ну все, отлично. Похоже, что он считает себя чемпионом. Давай, Данте, покажи ему, как жестоко он заблуждается. Давай, Данте, ты мне еще давно не нравился. Крыса ты такая. Глупец. Давай, идиот. Ну чё, ты даже бить не хочешь меня? Ну чё, а? Дурак. Давай, Данте. Ух ты, а ты еще и драться умеешь. Да ладно. Не умеешь ты нифига. Слабак, как и все эти мыши. Ух, по ушам ему наезжу. Хочет ли кто-нибудь бросить вызов этому человеку? Может, он победил? Ах ты, сука, подкупил его, значит. Вот и соперники! Какого хера? А вы не охренели случайно? Так вот, значит, как, да? Вот именно. Ну, хорошо, я даже оружие свое доставать не буду. Давайте, ребятки, покажите, на что вы способны. Давайте. Так, спасибо за кинжал и пока сразу говорю тебе. Давайте, дальше. Так, тебе тоже говорю пока. Вы же сильно модные. И тебе говорю пока. Угу. Да-да, прощай. Давай, последний очкарик. На. Дамы и господа, карнавальные игры подошли к своему концу. Подходите и посмотрите, как победитель получит золотую маску. Наш победитель проявил себя как быстроногий бегун, сильный воин, мудрый стратег и, без сомнения, даже старая рана. Женщин. Бедный Эц, весь в крови. Он честно победил в играх и заслужил свой приз. Золотая маска достается... Золотая маска достается... Данте Моро! Чё за бред? Вы чё, охренели? Суки. Поздравляю. Увидимся этим вечером. Да, толпа недовольна. Я тоже. Я сейчас вообще всех тут зарежу. Ну все, уроды. Вы разозлили Эцио. А вот за это можно реально кастрировать. Сейчас я... Блин. Дайте, дайте пройти, ребятки. Так. Блин, да сколько ж у меня денег уже там накопилось. Просто неимоверное количество. Эцио идет жалиться, ему маску не дали. Фак, мне не дали маску, твою мать. Прости, Эцио. Я так старался. Мы не знали, что Сильвио пойдет на обман. Да я жопу рвал на эту маску. А должны были. Сестра, ты просила нас сообщить, если мы увидим того гада, который украл золотую маску. Он идет на праздник к Дожу. Я иду за ним, перехвачу по дороге на бал и отберу маску. Как?
прибив этого стронца. Да, ты знаешь, что на кону. Нет, если ты убьешь его, они отменят праздник, и Марко вернется во дворец. А тогда наши труды снова пропадут даром. Нет, ты должен украсть маску. И тихо. Мои девочки помогут тебе. Они уже идут ко дворцу, разойдутся вдоль пути и отвлекут его внимание, пока ты будешь воровать маску. Вабене, это можно? Еще как можно. Отлично. Значит, если они хитрые, нужно быть еще хитрее. Опять козел с своим огнем. О! У-ля-ля, я вижу этот. Могу сумочки купить себе. Сумочки. Среднюю сумочку с лекарствами куплю себе. Большую сумку с лекарствами. Улучшение пояса для ножей. Тут, что тут? Средний пузырек с ядом.